the ride. Стиль гаранжи, ржавых скважин, спальный район, гонор и детский тон. Усвоив урок, он понял, что этот мир огромный детский дом. Заставь их очутиться в твоей шкуре. Заберись. Снимай. Бля, не сначала начал. Мусора уже едут! Друг, уже? Ты что, боец сильный, да? Не, ну ты боец! Боец? А ты что, боец? Он боец. Да дело не в этом. Да тебя сейчас закрепят, уже сиди, жди. Жди. Вы что сняли? Вызывай мусоров, все сняли. Бля, да надо его метели сразу, козла было, бля. Куда останавливаться? Не бу-бу-бу, а давай по-нормальному. Можно, пожалуйста, ваше водительское посвящение? Нельзя. Предъявить, пожалуйста. Дальше, ты забыл что-то сказать еще. Я представился, Малышев Сержант Дороговой. Причина остановочки. Дальше, поехали, все по процедуре. Называние Александровского района. Ты что, хирург, что ли? Ну, скалкутайся, пожалуйста, нормально. А? Скалкутайся нормально. Хирург? Скальпель есть? Працівник міліції. Який ти працівник міліції? Я представився. Представтесь. Причина остановки суть совершенно правонарушення. Я говорю, працювання Олександрівського району. В чому вона заключається? В чому заключається? Да. Хороша автостоянка. Чому останавливаєте транспортні средства з нарушенням правил дорожнього движення? Чому ви остановили контейнеровоз? На перекрестке. Иди сюда, я тебя не отпускал еще. Я не отпускал тебя, сержант, блядь. Через один километр строя.